Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, подписчики, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 6, тысячи лет мы в эту карту не играли. Аниматроники пугают охранника, может даже аниматроники против охранника. Три охранника, один аниматроник. Будем выживать, не знаю, кто будет выживать, они или я. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. И поддержите меня лайкосиком, подпишитесь на канал. Я всегда очень рад, ролики выходят каждый день, бесконечно. Так, тут уже вигл кто-то бегает. Отлично. Все, пацаны, давайте начинать. Я готов. Быть злобным аниматроником. Шоп. Ага, эта штука не работает. Ну, о, я помню, тут эту штуку здесь еще есть. Так, это выкинем мы. Открываем. Вот как-то так вот. Эй, ты кто там? Эй, отвали. Я свой. Я охранник, не трогай меня. Попался, который кусался. Тут вообще ничего не видно. И ночной режим не работает. Хорошо. Так, так, так. Проход, давайте стулом будем защищаться. Летающий стул. Ха-ха! Ты стул бьешь током. Эй! Куда я ты пыхнулся? Я за стулом, ребята, запрятался. Они меня не мочат. Какую-то штуку взорвали большую. А что-то на тебя налеплено? Отвалите! Да вы что мочите меня? Линяем, линяем, бежим отсюда. А, замораживает! Ах ты жопа! Эй, хватит, у меня льдышки, я замерзаю! Так, отлично. О, телепортация вообще так сделана, склеена четко. Ой, это фон... Это свет. А как-то вентиляцию можно выключить? Я вот не помню. Давайте будем клацать. Во! Теперь тут очень жарко. Давайте... О, я ж могу звуки конченые издавать, я вспомнил. Пацаны, вы где там? Я вас жду уже, что-то не наблюдаю. Вы там наверху, что ли? Так, я как-то странно телепортируюсь в эти вот какие-то потолки вонючие. Так, я ничего не вижу, но очень интересно. Черный экран. А, вот сюда. Так, все-таки куда-то я прошел. Это у нас подземные лабиринты. Во, вообще отличное место. Опа, я уже слышу, они пришли ко мне сюда. Так, будем их запутывать. В этом мне нравится карта FNAF 6, что есть вот это вот подземелье. И можно реально с этой стороны вышел, там зашел. О, блин, гранату кинул, она прям катилась, видели? Эй-эй-эй, отвали от меня. Я с тобой не дружу полностью. Блин, прикольно, они меня выманивают. Выкуривают. Я буду мстить тебе. Мстя моя страшная. А! Тут твой трупейшн заморозился. Я могу его разбить? Блин, было бы прикольно, если бы я мог бы его еще разбивать. Так, двигайся, вонючка. Эй, опять пришло! Валим, валим, валим. Так, бежи от него, бегу, 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 бегу. Мочит, мочит этой штукой всех. Блин, прикольный эффект такой. Классный мод на оружие. Оно ночью даже подсвечивает. Видно тебя в темноте. Так, 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 я слышу, он там бегает, бегает, мочится. Так, сейчас мы его обманем. Так, давайте я смогу только впритык убивать, чтобы на расстоянии нельзя было. Мне кажется, это очень читерски. Только в притирочку, надо прям подбежать. Опа, это оружие я не люблю. Вот эти пули, которые летают. Оно очень сильно мочит. Так, 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 бегает, бегает. Я зубастый. А, жопа. Иди сюда. Сам себя убил. Эй, блин, я прилип к трупу. Уго, нифига себе, 700 жизней вынес пистолет, ну нафиг. Отвали. Отвали. Я тебя убью. В притирку только могу убивать. На расстоянии не могу. Есть. Поймал. Надо было тебя не останавливаться. Тогда вообще тяжело поймать тебя. Очень. Так, у меня уже 4010 жизней. Короче, вы мне 1000 жизней вынесли. Нифига себе, какой-то бешеный пикалет. Так, я тут ничего не вижу, я в темноту не иду. Отвали! Нифига! Вот это оно мочит, сам из себя. Так, 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 проходим здесь.
Так, короче, надо выходить наружу мне. Блин, прям ко мне спрыгнул. Вали, вали, Димка, беги. А, блин. Меня видно, когда я горю. Жесть. А, жопа. Я тебя сейчас убью. Я ничего не вижу, ребята, что происходит. Но я его убью. Есть. А, блин, горю. Так, ребята, надо мне как-то выходить отсюда. Есть такая пупка. Конечно, на расстоянии убил, но не на большом. Так. А! Ну нафиг! Отвалите, не трогайте меня, я в пиццерию. На улицу иду, на улицу лучше. Так, смотрите, Голден стоит, палит, палит меня. Так, на тебе. Кто у нас тут еще? Сидит, смотрит. С винтовкой. Так, давайте здесь. Так, бегает, бегает. Смотрит, где я. Простреливает всю карту. Нифига себе, так ты ж своих мочишь. Блин, прикольно, да у них оружие? Короче, я могу убивать, когда видим и в притирку. Чтобы они меня видели, потому что тоже так на крысу. Так. Да отвали ты от меня. Вы что, меня убили? Говно. Все, я марионеточ. Нифига себе, они там устроили войну. Нормально, нормально. Так, 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 смотрим, смотрим, смотрим. Сейчас мы резко выбежим и замочим кого-то из них. Охота открыта. Угу! Я за карту вылетел! Что за говно? А мне нравится. Так, давайте посмотрим, где они у нас тут ходят. Шпонькс. Ого! Нифига себе вы мочите. Так, давайте здесь постоим. Ну, мочиво! Есть! Один есть. Одного замочил. Ну-ка, давай, кто у нас тут еще мощный охранник? Ай! Так, 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 бегают, бегают, смотрят. Нормально, пойдет. Уго! Это ты мощно придумал. Ну! Ай-яй-яй, да что ж я так подлетаю? А ну, иди сюда! Маринетка, ты чё, психичка, не можешь их убить? Одного замочил. Второго замочил. А, я внутри, в помещении, ну нафиг. Так, 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 палим. Пацаны, я вовнутрь зашел в пиццерии, давайте, идите сюда. Я вас не боюсь. Ого, они там сами бегают, горят. Вы нормально, пацаны, играете, пойдет. Так, простреливает, простреливает. Палено, да? Видно меня. Ладно, я пошел. Блин, да хватит, я горю так долго. Почему я горю, как, блин, полдня? Пацаны, все? Умные сильно стали, я вижу. Я ж марионетка, меня очень сложно убить. Просто какой-то неубиваемый. О, классное место я себе нашел. Давайте стоим и чекаем. Опа, кто двери удалил? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, нифига себе у него винтовка. А, я замерз. Разберзай. Фух, он не увидел, где я. А, увидел, увидел. Беги, я горю и во льду. Что такое? Это законно? Ого, не жахают там. Так, надо сейчас красиво как-то напугать. А, блин. Да хватит. Вы чё такие дерзкие? Я ж марионетка, чё я вообще вас боюсь? Это вы должны меня бояться. Чё, идите сюда. Кто еще? Все, уже пацаны не такие, как раньше. А, вот еще ты. Блин, не вижу из-за огня, нифига вообще. Как его мочить? Да хватит жечь меня!
А, блин. Вот это они открыли на меня охоту. Воу, прикольная штуковина. Так, хватит гореть. Мочи его. Нифига себе. Мочи, 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 мочи. Да блин, я хочу тебя убить. Меня огонь вообще не вредит особо сильно, поэтому оружие такое себе. Это может пополнять мне жизни, не? Эй, ты чё тут? Нифига себе у них бластеры. Я не знал, что там такие паки оружия есть. Так, твоя щекоталка уже не сильно эффективна. Ого, бух, они в здание жахают. Давайте, заходите, я вас жду, это мой домик. Кто зайдет, я тому дам печеньку. Ну давай, заходи. Слышь? Ах ты жопа! Ах ты жопа! Ты что делаешь? Я даже не могу двигаться. Убили меня! Эхе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!